Всем привет! Привет, с вами Чечерсоник, а также Додлик. К собственной персоной. Да, и это наша четвертая часть прохождения. Ну что, и начнем? Пришел судный день, потому что я сяду за самолет. Да, и это наш Skyward Reason. Давай убираем. Который убирай. Напоминает два уровня два из финальных уровней Соника 2. Skate Case и там Wind Fortress, да. Кажется, Sky Chase, если точнее. Sky Chase, да. Да, я пока погоню. Самолетом. Тише, меньше такое дело, у тебя там... Головокружение. Да. Поехали. Оу, тише, осторожно. Фу, не дави меня. Что ты делаешь? Я не ленивая жопа, так что я ломаю ящики. Кстати, петухи что-то самоубийца делают, а птички... Самоубийца и правда. Куда они прыгают, докажи. Да, они прыгают, суицидальные кролики. Нет! Я ненавижу, у меня депрессия. О, привет, мой толстосик. Чё? И чё? Подумаешь. Я тоже вообще без нервы. О, поехала. Рондодон, я летать, блин, и буду летать с ускорялкой. Пердялкой. Так. Очень аккуратно. Я буду нажимать на кнопку, а ты там себе летай. Бум. Все. Кажется, еще бы меньше, мы бы убили из-за того, что слишком рано начал. Так. Ну. Ну чё, фьючер, а? Ой-ой-ой, черепахи. Теперь... Даже не надо мне садить на эти черепахи. Пожалуйста. Не сади меня на эти штуки. А, я застрял, сука. Ты меня усадил на эти штуки. Давай. Спасай свою жопу. Я говорил, не сади меня на эти штуки. Я застрял, блядь. Я, блин, застрял. О, у меня депрессия за тебя. Да ты... Ё-моё, я просто застрял, сука. Полегче. Это тебе месть. Ты чё, сияние, самоубийца. Это тебе месть. Какая месть? Ой, ё-моё. Это тебе месть за третью часть. Какую третью часть? Чё там я тебе сделал? Где ты там спёрвый контейнер? Блин, черепахи, не сади меня на них. Окей, let's go, я полет. Пошел нафиг, черепаха, которая... Я и так прикнулся. Пошли нафиг сейчас. О, тут уже последнее сейчас и все. Чекпоинт, если что, есть. Ну, нету чекпоинта, но мягкое место было. Ты... Соник, фьючер, ай-яй-яй, какой ты нехороший. Ты поаккуратнее, а то сейчас брошу тебя. Ай, из-за тебя головокружение у меня. Из-за тебя я чуть не умер. Ага. Так, а вот чекпоинт. Поинт. Пошел. Я тебя спас. Я мог тебе. Бы легко отъехать назад чуть-чуть. Отъехать тут не надо потому было съезжать. Потому что Тейлз реально становится бессмертным, сука. Так, ракеты! Эггман что-то охренел уже. Уже ракетами на нас пуляется. Да. Собственного производства. И ящики у него хреновые получились. Чуть не сдох, кстати, если ты заметил, фьючер. Я заметил. Ломает все. О, фьючер, сейчас будет самое хреновое место для тебя. No! Да, yes. Удачи тебе, кораблик. Окей. У меня депрессия. А металл тут летает. И мне показывает, чтобы я надо оттикерить бошку. Или факт показывает. Не, он еще не показывает это. Воу. Черепахи нехорошо, что я на ней стою. О, черепаху пучит. Нет!
Надеюсь, это... что вот тут точно геймбовер будет. Бля! Это Зода! Она троллит меня! Скорее тебя троллят черепахи и воздух. Они еще стреляют, вот, сука, изо ртов. Да. Да блин, та же самая ошибка! Блядь! И вообще, твоя задача сейчас не прохуй, не прохреначить все жизни. Окей! Черепахи, where are you? О! Чё за... Кто всё курил Эггман, когда это видел? Я посмотрел так... Наверное, издевался на черепахами. Да блядь! Ты, блин, рядом был. Охренеть! А я пока попью минералку, поправлю голосок. Удачи, как говорится. Тейлз. У меня депрессия в воздухе. Я понимаю, что ты не обожаешь это игру, но ты сейчас вообще офигенно ложанулся. Блядь! Не забывай, у нас еще две жизни осталось. Не это прогулять будет, это, не знаю. Это эпик фейл. Мне посрать! Я хочу просто... Просто хочу к Тейлзу. О, Тейлз возвратился. Блять! Блин, чуть-чуть, миллиметров, бля, осталось. А ты уже прохуя. Последняя жизнь, прохуя. Я просто хочу пройти. Пройдешь? Я думаю за тебя, я болею за тебя. Окей. Последняя жизнь! Сухо! Залезай, это проходи, это чёрт, он последняя жизнь! I'm survive! Выживай! I'm хотеть survive! Если ты пройдешь эту зону, ты будешь богом официально! Блин, что это было? Давай! Блядь! Это же самое хорое! Ну, блядь! Он уже, вот даже в Metal Sonic фейл нам забросил этим. Да. Ядро. Поздравляем с первой смертью, блядь. Поздравляем с первой потраченностью в жизни. Да уж. Бля. Да уж. И лучше... Ба! Получилось. Наконец! Это адский пиздец. Да, это адский. Звездец, пожалуйста, не умирай. Мне похрен, я не хочу тут умирать. За чего это дойти? Я не хочу туда возвращаться, у меня депрессия. Ах, теперь эта депрессия у тебя закончится. Птички, фу. Они мне корабль шатают, эй. Птички. Не, эти хрени, не эти хрени. Я их ненавижу. Идите нахуй, Тотлс. Не! Блять. Ты меня чуть не... Так, давай стреляй пингас. Бдищ. Я уже этот пингас дожал кнопку. Блять. Что за ляги, блин? Опять? Неужели серия пингас возвращается? Да. Не надо нам такую серию пингаза. Да вы идите нафиг, пули. Аккуратнее. Я хочу добить металл! На, металл! Добьем, не боись. Давай, металл, выпиздывай свою пирдяльку. Дядяльку. Давай пушку!
Птички, нет! Поздравляю! О, кольцо! Поздравляю, Фидер! Так... Ладно, так... Нет! Опа, ну ни хрена себе! Нихуя себе, ты выжил! Я выжил! Я survive! Ооо! Получит! Упал! Он упал! Я ничего, у меня ачивка этого выпал. Почему эти колечки не собираются? Не знаю. Ак, первый ада пройден! Да, continue. Акт 2. Второй акт ада. Второй. Я знаю, что это Sky Fortress, это смесь этого Wind Fortress и Sky Chase, как говорил Да, я знаю. Я видел эти акты, как на Ютубе проходили люди. Я это видел, когда ремиксы. Вспомнил шутку. Кто играл на Ютубе, ставил лайк. Нет, это буквально. Почему ты меня не подождал? Просто, блин, нам надо уже это побыстрее проходить. О, смотри, Давай, тащи меня. Какая-то шняга. Давай, позови меня. Сейчас. Вспомни хайшу, во. Завис. Пиздец. Да, интернет опять приказал долго жить. Ага. Возвращаемся к третьей серии, где был один большой жирный Принглс. Да. Уи, летаем. Спасибо. Да. Не спасибо. Теперь опять говорю спасибо. А куда? Куда, Фьючер? Эй. Все равно без разницы. Петушки. Цыплята! Нет! Поросенок! Куда? Нам спасибо. Я тебя призывал. Вместе веселей! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спасибо. Давай ты... Блин, надо было тебе поверху идти. То есть по низу. А я поверху бегаю. А я тебя не отстаю еще. Воу. Тейлз. What? Там да, вообще советуется вместе лететь. Ну конечно, это все замечательно. Вместе летать. Да. Фьючер, ай-яй-яй. Поехали в Супер Соник Стайл. Я уже не помню, когда мы последний раз неуязвимость брали. Да, мы брали где-то во второй серии. Да. Жарь, мне пофиг. Я неуязвимый с какие-то. Было! Да ты! Я чё сделал? Ну что тут сделаю? Погоди. Вот эта штука была, ты. Давай, топаем. Хобысь!
Ты... Пингас. Блин, жаль. Пошёл. Я выжил. Благодаря мне. Тихо, стоп, стоп, вниз. Уже не получится. Я уже... Ты опять вылетел? Да я не сдеваюсь, за второй вылет, зараз. Я таких вылетов не видел еще с прошлой серии. Да. Писец. Фьючер, сейчас ты будешь меня запикивать. Записываешь? Да. Да ёманы, не услышал интернет. Сука. Что такое? Йо, kill me. Kill me, please. Пошёл. Там всё, будут петушки. Тетушки? Петушки. Ну нифига себе, я, у меня реакция Человека-паука, блин. У тебя Чилобрека. Или Чебурека-мена, вот. Стоп, назад, а вниз. Я понял. Зашибенская штука, даже две. Поехали, уи. Бабах. А меня забыл. Да, мы тебя забыли. Поехали. Ну ты, блин, эпик фейл. Да это ты. И громким именчиком. Поехали. Да, поехали там, где я буду. Да. Ох ты ж, ёшкин кот. Тут лучше так и сделать. Да погоди, давай, блин. Я вот да, тащи. Финиша, тащи меня. Хрен вам, а не дотащи. Фьючер, ты опять на том же месте профейлился. Спасибо. Кабан пошел нафиг. Музыка это то, что мне нравится вот там. Стоп. Так, ленивая жопа. Давай, сейчас будет. Опа, Гагом стайл. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай. Чаще нажимай, чаще. Ох ты ж, сколько много. 41 тысяча. Вот это был хлобысь. Почему корабль, кстати, не рухнул от этого, а? Ну, Эггман предусмотрел. Что он же сам же расставил этот бонус. С одной стороны, это туповато очень. Да. Да вообще, Эггман, у нас же любитель строить говно из песка говна. Спасибо. Паша. Тихо, там был шарик внизу. У меня один шарик с собой есть. Да ну нафиг. Тут я пригожусь. Колечко ты забыл, тупо. А ты тогда шарик забыл для меня. И что? Ну, фьючер, ай-яй. Я вот бегаю, а ты фейнул-то уже. Да.
Блядь! Ее, мазафака, бич! Зодли! I'll kill you! Not bad, сука. От час три. Да, час три. Я не верю, что нас ничего тут не залагало еще. О, музыка веселая. Ага, я сейчас не... Так, стоп. Погоди-ка. What the hell? Почему я Тейлз? А почему я Соник? Что за хрень? Что это, блядь? Блядь! Кто, блядь, поменял, блядь, персонажи? Тише, тише, не убирай. Вы, блядь, кидем меня. О, это я здесь же буду троллить. Ладно, я лучше это сменю. Итак, продолжаем мы, блин. Да, мы так стартанули. Бустом. Бусто ставил. Ой, кольца собрал. Так, он метатак свой используй. Только он у тебя есть. Да. Интересно, что там наверху? Ничего такого интересного, поверь. Ага, тупик, ладно. Да. Что, по крайней мере, я прыгнул правильно. Ну что? Был за гранью смерти. Этот Бабе. Без тебя, блин. Давай комик атакуй, сука. Давай я сейчас комик атак сделаю. Комик атак. Хомяк атак. Я сказал комик атак. Или хомячий хомячку атак. А я вообще про комика имел в виду. Комик в животе. Давай свой комик атак выделяй. Комик атак. Давай, эй! Комик атак! Можно наверх поехать. Комик атак вот надо. Давай уже, свой комик атак. Кстати, эти колечки напоминают из ДТГ из Соника 3. Разве? Да, ну, я не знал. Были такие же штуки! Что это такое? Что это было? Нифига себе, сколько грехов у нас сегодня было. Что это было только что? Я не знаю, но это уже начинает меня смешить очень сильно, блять. Да. О! Время плакать. Время вдвойне плакать. Я тебя спас, а ты... Нет! Fuck you, shit! Вернись, брат. Ты, нет. Я тебе говорил вернуться обратно, а ты... Так, что ж, дом? Я тебя спас, а ты... Сука, не давал мне выигрывать. Ну, кому ты нужен? Я улетаю к своим немецким хуёвым. Ты тут? Да. Ай! Ух, да. Петух, сука. Петухи, блин. Петуш. Давай, фомик атак, сука. Используй свой фомик атак. Фомик атак, блин. Хомяк. Ну, а фомик атак используй. Не, фомик атак мне казался лучше. О, удали меня, пошла. Да ну нафиг. Я не подписывался. Ты не подписывался? Ты сам захотел, чтобы пароходи ежедневно с тобой писать, а ты? Да не. Да что это такое? Не умирай в своей части, понял? Не, я не подписывался от имени Соника. Ну помнишь один момент? Ты прям в аду сейчас горишь. Да. Как говорили... Боже, я... Ты адский тварь!
Ёб твою налево. Чувствую, это, блядь, то же самое. Это затянется. Внезапные давления, внезапные пингазы. Кстати, не успеть, не сможем. Там наверху есть секретка одна. Наверху у меня секретка? Да, жизнь халявная была. Но надо было это делать на самом начале. Блин, пошли нафиг, огонек. Огонек, вот этот огонек не знаю откуда был. Наверное, уже новая фигня, которую Sega придумала. Да. Ну, кольца точно были из DTG, Sonic 3. Ну и прыгай, фьючер, ай-яй-яй, ты, блин, не прыгнул. Аню, ааа, я опять заглох! Блин, уже слишком. О, а это я не знал. Воу. Я опять этот глюк нашел. Какой? Да мы все находим что-то сейчас сегодня глюки одни. Ага. Тот же, например, невзапное появление глюков графических. Фьючер, ты чё-то сегодня немного пьян был с Соником? Не знаю, как бы колечки захватили. Давай, комик-атак! Комик-атак! Нет, комик-атак лучше. Да, комик-стайл атак. Давай. Угу. Кстати, а вот машинки это уже новое что-то. Вот машины для запуска таких колец. Я, конечно, понимаю, но это уже третий раз, это уже не смешно. Было. Да. В первый раз еще ладно, смешно было. И во второй раз было смешно. А вот в третий раз это уже не очень. Ну-ну. Пошли вы! Чуть не пролетел сквозь текстуры. Ладно, давай хомячи. Ты чуть не пролетел, ты чуть не умер, ты. Пока а не ты не отменяешь, что ты хочешь. Ну ты же чаще всего фейлишь у нас. А мы это при этом находим глюки. Ну ты фьючер. Ты такой фьючер. Да, я... О, мы в огне появились. Эпично. Мне надоело жить, я не хочу этого уже видеть. Типа, а ты хотел сказать так. У меня депрессия. Да, у меня депрессия. А ты там чуть не обшхуляли пулями из говна. Поехали. Да. Хомик, такой маленький полет. О! Тебе повезло, что я стоял тут. Ой, ненавижу. Может, это место. Это место. Может, призовешь меня как-то? Тихо, тут не будь психом. Да тут не надо быть психом вообще. Тихо, да. Колечки можно собрать? Нет! Я уже собрал. Нет, полет. Так, не фейлить. Блять, а чем я это сделал? Повезло, что он сейчас нормально поехал. Давай вверх! Хомик атак, давай! Хомик атак! Хомичная атака, блин. Да, я тебе точно комиком стал для тебя. Пошли! Блять. Давай вернемся обратно. Давай. А зачем нам прям сюда? Опять в текстурах были. Текстуры возвращаются. И кто выиграл? Кто? Сука. Я. Итак, сейчас будет... Финальный босс и последняя капсула. Ёб твою налево! Ставь опять на полку. Да. Блять, я случайно не ту клавишу сделал. Итак. Финальный босс, шатдаун из Хейлзе. Финальный шатайло. И у нас Ябед на борту корабля Юрыч, который стреляет лазеры из... А когда он корабль успел починить? Да, как он не починил, ведь я его в прошлый раз зашатал его корабль. Да. Аж у него аж, блин, почки болели после этого. О, у него грибочки болели, я не знал. О чем мы уже... Вы подумали, что у него аж пукан взорвался. О, а где корабль? Во, вон он. Воу, почему я смотрю в сторону экрана и не вижу корабль, что он сзади меня? Давай прыгай!
Во. Так, не прижимай меня. Нет, 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 ну ты... Там, почему кнопка не заработала? Мог бы тройной удар сделать сразу. Тройной удар. Ты ужасный пилот, я буду жаловаться на тебя. Агентство пилотирования самолетов. Да уж. Просто, ну не, это непривычный мой самолет. Мой самолет кибертронский ультра-мега-двигательный хрендель. 9000. А я вообще не умел пилотировать и не пилотирую. Ага, умел. Ты умел вообще-то. Раз. Ты же спасал Наклза в третьем фоне. Прыгал зуба. Блять, Содли. Давай, прыгай. Блин, не успеем. А то бы трипл килл сделали. Трипл килл, да? О, еще раз. Прыгай! Молодец. Тебя спас. И поехали. Уй! Блин, давай, 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 прыгай, прыгай. Спас в жопе. Молодец. Воу, что мы сделали? Я не понял ничего. О, сейчас будет дальше самое веселое. Давай, пинай по его жопе! Да как я его пинать смогу? Давай! Блядь! Садли! Сволочь, я тут пин! Металл-сосик! Я уже могу его потом в конце его хренануть. Опять лазеры, лазеры! Сколько вас лазеров? Откуда у него, кстати, эти лазеры? Из пингаза, что ли? Он сзади просто преследовал нас. Я знаю, но он как стрелял лазерами. Такие. А, он с глаз стрелял, наверное, это их зрение. Да уж. Наконец-то Эгман добавил Метал Сонику хоть какое-нибудь лазерное оружие. Ему в глаза заснули эти лазеры. Я имею в виду с глаза этой... палубы. Бандеролины, давай. Вот, вы! Мы двойной удар уже сделали. Ой, давай. Во. О, ни хрена себе, с первого удара три раза аж ударили. Да, это трипл килл. Ага, сейчас еще, давай. Три раза. Ты же не профейли. Чё-то он очень... Еще два раза, пять раз я его шмякнул. О, уже вперед поехал. Давай. Еще раз. Давай. Во, сейчас будет. Сейчас будет, осталось на мое все управление. Окей. Плохо дело. На нас уже ракетами пуляется. Иди нафиг, ракетчик. На, что вы там? Я знаю, я всегда на этих моментах хейлил. По жопе. О, у него сейчас полностью пукан бомбанул. О, покинуть он... палубу, покинуть палубу. Корабль дичь. Все, теперь уже Эгман его не сможет починить точно. А не, у нас еще он будет преследовать ДТГи. Черт, сейчас будет финал батл. Да, финал батл. При этом корабль Винфортес шатается уже. Да. Взрывается, как сам видишь. Mm-hmm. Короче, эта зона как бы dead. Так. 4, 3, 2, 1. Ну что ж, фьючер, решаем, кто выиграет, я или ты? Я. Нет. Донт. Не будем давать тебе, сука. Ты гад. Я хитрый лис. Да тебе это видно, ты лис, блин. Ну что ж, этот эпик бэтл выиграл как раз Зодли. Гад. Осталось два акта. Ну, два акта мы пройдем в следующем уровне. Да. Всем удачи, всем пока, короче. Да. Пока.